Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Тоха, поздоровайся! Всем салат, народ! Ребят, сегодня мы с Тохой снова играем на One State. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также не забывайте играть вместе со мной. Мы играем с Тохой на первом серваке One State. Всех вас ждем именно здесь. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. Также нажимаете на три палочки сверху, далее на промокод. И здесь вводите промокодик Дони, как это сейчас сделаю я. Потом вот, потом получите, и сразу после этого получаете классные плюшки для старта игры на One State. Если вы все еще не поняли, Иван Творожок — это и есть Тоха. Конечно, и Тоха у нас, короче, поднялся. Теперь Тоха катается на Порше. Да, такой молодой уже на Порше. И Тоха, короче, кое-что мне предложил сегодня сделать, а именно устроить битву на 100 косарей. Короче, если вкратце... Тоха. Тоха, ты меня грохнул. Ты понимаешь, ты даже не дал мне возможности поучаствовать с тобой в гонке. А, ну это автопобеда. Это какая автопобеда, блин? Я вообще в больнице. Ладно, короче, сейчас я с тобой устрою гонку. Да, знаешь, что я подумал? Смотри, кататься... У меня, в принципе, тоже ведь Porsche есть, но кататься Porsche на Porsche не хочу. Я подумал, да, мы сделаем так. Это такой же, да? Я вроде да, тоже да. Но я хочу прокатиться с тобой на крузаке. Это, ребята, будет интересно. Так, где у нас вообще есть выход с больнички? Все, я выхожу из больнички. 2-1. Все, я освобожден, наконец-то. Я выздоровел. Все, Антонио. Да, я освобожден. Все, сейчас мы с тобой устроим гонку на 100 тысяч долларов, ребята. Это будет заруба просто вековая, скажем так. Во-первых, где здесь у нас... А вот, получается, прямо здесь у нас находится как раз-таки то место, где можно машину заспавнить. Поэтому я... Вот, ребята, мой... А вот и Тоха, да? Хорошо. Так, Тох, короче, смотри так. Выбирай метку, открывай карту, выбирай метку, куда поедем. Так. Я предлагаю с тобой отсюда поехать, знаешь, куда? Так, а давай мы с тобой поедем вверх. Мы с тобой ни разу не ездили вверх. Смотри, прямо сверху есть самое, да, вижу. Самое высшее это магазин одежды. То есть та ставит GPS. Я, вот. Да, я вижу. А, видишь, да? Хорошо. Так, как это поставить? Сейчас вспомню. Ага, все. Да-да. Там к тебе уже это доколебались, поэтому предлагаю тебе быстрее сваливать, пока тебя там это на бабки не развели. А, так, короче, да, сколько здесь людей, обалдеть. Все очень просто, прям, пока затормози. Вот да, давай отсюда мы стартанем с Тохой и посмотрим, кто же будет быстрее в этой гонке. Крузак против Porsche. Ставка 100 тысяч долларов. Еще Audi стал около нас. Давай, что-то мы стартуем. Раз, два, три. Ну, по... А я-то поеду, нет, на этом крузаке. И, возможно, я очень был в себе уверен. Знаешь, как говорится, не все так просто. А ты что, а ты меня пролагал, что, да? Потому что я влетел в скутер. Ага. И меня вынесли. Ну ты жив? Ты еще едешь, в смысле, все нормально? Ну я да, но мне вспомнить, как рулить, говорю. Хорошо, как рулить? Давай, рули, потому что я тебя обошел уже, во всяком случае, я иду первый. Да, ё-моё, у меня тачка просто прямо передо мной прогрузилась. Серьезно? Да, я в нее влетел, и она только потом прогрузилась. Что здесь за мувы такие GPS делают, я не понимаю. Можно как-то попроще ехать? Ты тоже смотришь на эти кругаля? Да, нафига, я здесь просто проехал прямо, не знаю, буквально 2 метра и проехал по-нормальному вроде как. Как там у тебя дела, Тох, ты там едешь около меня или как, скажи мне? Я пытаюсь справиться с управлением. Здесь шоссе. Я раскручу. И на шоссе у тебя есть все шансы, потому что я не очень быстрый на шоссе, да, на самом деле. Да, на это шоссе надо заехать. О, как посветлело резко, на самом деле. Нифига. Ты хоть на трассе, скажи мне, или где-то находишься? Да, не могу понять. Все, я вернулся, меня вынес тут один лупень кучерявый. Лупень? Хотя скорость сейчас, скажи мне, примерно. Не знаю, но я, по-моему, тебя обогнал только что. В смысле? Нет. Или это не ты был? У меня никого не было около меня. 240, 250 у меня. Охренеть, скорость. У меня 180 только. Осталось ехать 500 метров. 400 уже метров. Ты не расстраивайся, как бы, потому что мои навыки управления не позволят. Да, улетел? Улетел с трассы? А, хорош, ну я доехал. Где-то там, а ты в воду улетел, да, скорее всего? А я не доехал буквально 50 метров. А ты здесь на повороте, да, улетел, получается? Тоха догонял меня. Я прям за ней, короче. Не, ты далеко уехал. Вот карту открыть. Видишь там вот эту линию квадратов? Линию квадратов? Это имя, фамилия?
Ты, по-моему, на меня прям смотришь, только я не прогрузился у тебя. А, я сдох. Ты прям на меня смотрел сейчас. Ты, короче, здесь и вылетел через трассу, да, так понимаю? Да, да, да. Вот если от маечки смотреть вот этой по карте, прям по прямой. Да, вот прям в уголку он там я был. Я понял, там, видимо, и Порш твоя плавает. Наверное. Не-не, вот. Да я не могу выехать. Я выехать не могу. Блядь. Вот ты что, только что четко на то место смотрел, где я. А можно я как-то... Ребята, я повис, я не могу заехать обратно. Я решил посмотреть. Та же участь, что и меня. Туруру, туруру. Ну да, ребят, я падаю вниз, короче. Ну ладно, не, ну, ладно, если... в принципе, не важно, потому если что... Если бы я сейчас не вылетел, то, возможно, приехал бы первый, но... Возможно, да, но там был уже финальный поворот, и там уже чисто как повезло бы, либо мне, либо тебе, поэтому... Ну, это была неплохая гонка, тебе скажу по-честному. Примерно одинаково приехали, но да, я вылетел. Да, нихера себе, конечно, крузак так-то выдерживает такие углы. Короче, ребята, я, получается, что отыгрался, потому что в первом видосе я проиграл Тохе, да, у нас был ролик, где мы играли гонки с Тохой, я ему два раза проиграл, теперь я отыграл 100 тысяч, как бы, ю-ху! 100 косарей, ребята, мне в карман, я потом заберу у Тохи обязательно, когда он с больнички своей там выйдет. Друзья, ставьте лайки, не забывайте играть вместе со мной, ссылочка на проект находится в описании к этому ролику, также промокодик Дони вводите и получайте свои прикольные плюшки для быстрого старта и развития на OneState. Всем удачки и всем пока!